Это вечером уже. С работы идут. Кто первый, тот и убирают. Все. Вот. Отработали. Теперь, значит, идут домой. Это Володя с Романом. Вот и все. Ну-ка, дай там свет. Вот. Пришли. Это вот у меня белое. Видишь, что делается? Весна ломает как. Ищет принца своего тоже. Это буска наша. Ну что, давайте. Среда. Ставьте треножник, записывать. Я печку зарядил, только спичку поднести и все, и готовь ужин. Володя с Никитой уходят на работу. Вот наблюдаю, как они делают. Вода за ночь ушла куда-то. Теперь ставят перегородку из жерди длинной с этими с красными ленточками. Чтобы ни машины не ставились, то дорогу нам закрывают. Вот каждый раз это, видите, как одно и то же. Володя подходит, на улице решили помолиться. Перед тем, как пойти, три поклона. Господи, благослови и помилуй рабов твоих. Слава Иисусу Христу. Вот они пошли, братья. Тень какая длинная сначала появилась. Сначала дома помолимся. Я сижу, занимаюсь, они говорят, мы уходим. Стоят, ждут, шапки сняли. Все. Утро раннее. Уже светает. Поэтому, ну, дневной уже свет почти что. И поэтому так вот хорошо все видать. Сейчас братья там будут выносить. Жерть эту загородку делать. Вчера кто-то скинул там нам, потому что машина проезжала к соседу через нашу, через наш подъезд. Это Володя выносит. У нас последний кто? Никита давно ушел. Он не выносит, еще темно. А ребята, первое, он первый приходит, он первый будет. Видишь, он два этих треножника ставит. Последний, кто выходит из дома, тот ставит преграду, чтобы сюда не заезжали машины. А кто вечером приходит с работы первый, еще светло, первый убирает. Значит, не оставлять. Это Роман, малыш. Вот так положить. Положить, чтобы проход был с той, с другой стороны. Он положил и пошел. А Володя, как правило, сейчас начнет вымерять, пройдет или нет там человек. Сейчас должны молиться. С
Все, пошли на работу. 10 февраля 2017 года, пятница. Сегодня температура минус где-то 20 почти. Что-то где-то в этом районе. Вот они. Все одно. Братья вышли на работу. Еще все закрыто, калитка завязана. Ну, сейчас посмотрим, как они. Ага. Чтоб чужие машины к нам к воротам не подъезжали. Мы сделали, Володя сделал тут такие треугольники. И жердь. Вот он открывает калитку на улицу. Вот. Берет этот треножник. А там уже кто-то несет. Никита. Жердь. Вот как это делается. Володя ставит. Никого больше тут нету. Так. А тот конец нету. Там красные тряпочки повешены. А, так они вынесли две уже, оба вынесли. Ну и три поклона. С ними вместе кланяемся. Это они с Романом. А тот его убежал, видать. Никита. Вот. Все, пошли. Сейчас мы там их увидим вдали. Выйдут они. Вот они пошли. Братья, благослови их, Господи. Ага, он там их поджидал, Никита. Тут они втроем уже пошли. Ну все, во славу Богу. Братья наши пошли на работу. Вот оно, дождь, снег, все тут. Завалил. Это Володя и Роман малыш. Сегодня 26 января 2017 года. Вот собирается. Покидали снег и уходит. А уже 9 часов 26 минут. А в 4:40 встали. И только дорожку пробили. Видно, что снег идет. Хорошо, снега много. Тут одну в деревне завалило, и она пишет, это звонит. Чтоб помолились, чтобы снега не было, и чтобы снег растаял вроде бы. Ну, то есть не знаю, что просит. Растаял, ее там затопит сразу. Володя смотрит, там мы отгородили, чтобы чужие машины не становились. Вот он. Вот так, все. Чтобы проход был, никому не мешать. Надо жить тихо и мирно, прославляя Бога. О, что-то еще подправляет. Ага. Чтобы уперлось в столб. Видишь, как он тщательно старается делать. Это Володя Пащенко. Ну, вот так. Вот они пошли. Никого больше нет, а снег идет. Когда он ставит машины здесь, на нашей территории, ворота закрывает. Вот вытаскивает тренога. Это Роман пошел, ставит. И Володя вытаскивает жердь. Сначала думали натягивать какую-то ленту. Нет, именно жердь березовая. И на конце, там не видно, красные тряпочки. Сегодня еще две навяжут. И видно, чтобы упиралась в столб пасынок. Тогда она более устойчивой будет.
вот они сейчас берут. Это сейчас Надежда Васильевна нам принесла красную тряпочку. Ну, тут не видать еще. На улице это полусумрак. Света не видно. Я говорю, посередке привяжите одну. Вот Роман привязывает. И там привязал красную. Это пошел. Угу. То есть они зашли помолиться перед тем, как пойти на работу. Господи, благослови и помилуй. Когда я не снимаю, и что свободен, я обязательно с ними помолюсь. Вот, Володя первый, за ним Роман, а Никита уже ушел. Я не знаю, его или Игорь увозит, или он сам уходит. У Дебуна всю зиму проработал. А работал только на компьютере. Какие-то там составляют, где золотые прииски идут, план местности. Можно рисовать было в 10 раз быстрее. Нет, надо на компьютере. Вот они пошли, братья наши. Бог им в помощь. Володя с Романом уходят на работу, помолились уже. И жердь с флажками красными перегораживает. С посторонней организации стали ставить машины, и нам свою машину негде провести. Вот и все. Никита ушел раньше. Здесь так, кто последний уходит из дому, ставит вот эту преграду. А вечером, кто первый придет, тот и убирает. Вот они, братья, пошли. Богу слава за все. Ну, сегодня день такой у нас. Молитесь, пошли. Благослови, Господи, труд братьев, сделай его полезным и безопасным, и мысли направь к горнему. Между нами да будет мир, любовь и согласие по слову Твоему. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Кто-то же котенку хвост прижал. Видишь, там написано. Ну-ка, прочитайте, еще там написано красным. Убери руку. Не повредите кошку, закрывайте двери очень осторожно. Ну, вот так. Маленькой кошке хвост чуть не отрубили. Сейчас же это работа. Вперед. Я быстренько перехожу сюда. Вот они, братья, выходят из дома. Побежали на работу. Володя выходит. Вот сейчас они тут будут выходить. Уже утром вышли заранее. Поставили здесь ограду, чтобы чужие машины не проезжали. Обычно они вот как выходят, так ставят. Это вышел Никита пораньше и, видать, сделал это. Вот они сейчас идут. Вот они, видать, где идут. Вот они подходят к другому. Это наружное наблюдение называется. Романа ждут.
Три поклона, и тогда только на улицу выходят. Роман, не видно, видно, вплотную не подошел. Никита запаздывает, торопится скорее. А Володя с Романом работает, или Роман с Володей. Людмила Степановна там что-то ремонтирует. А Никита, вон он пошел, его видать даже. Все, скрылся. Все это задержка. Я приучаю, чтобы никогда задержки из-за тебя не было. Все это, видимо, надо было к Надежде Васильевне. Роман тут, похоже, то бывает, что-то заносят, уголь. Вот он пошел. Встретились. Вот он сейчас один подойдет. Скажет, мы уже помолились. Ну что, что помолились? Давай еще помолимся. Вот они с Володей. Пащенко, Роман Малыш перед выходом молится. Вот и все. Я обычно с ними тут стою, молюсь. А далее Бог благослови. То есть как тщательно Роман закрывает. По-хозяйски. Вот они вышли. Вот и все. Это у нас надписи. Вот и нигде копейка, чтобы не пропадала. Это вот утром мы считаем, я показываю всем. Новый Завет, чудо Божье, с полное толкование Нового Завета с откровением. Это отдельно даю ей рыбу, чтобы не обидели ее. О, давай-ка. Давай. Вот оно как. Все, теперь эти пойдут. Вот видишь, что делает, как крутится. Это не случайно, она вертится. Пришло время, ей нужно кота. И она кричит, и из нее звуки вырываются совершенно не такие, как обычно. От нее не зависит, у нее судороги по телу проходят. То есть кричит, замуж хочу. Вот так бывает. Написано в житиях святых, она как с ума сходит. Внутри ее как огонь пылает. И она за самого негодного выскочит. В общем, по интернету познакомилась, кота себе нашла. И все. А уже как воспитывать будет, что с душой, ничего не думает. А зачем думать? Вот так. Это я один остался здесь, дома. Где-то у меня рыжая не видать. Рыжая, рыжая, ну-ка иди сюда, я тебе дам. А что осталось от буски? Рыжая, рыжая. Рыжая, иди скорее. Рыжая, рыжая, где она, рыжая? Давай скорее, где она? Рыжая, рыжая. Ну, иди скорее сюда. Вот она где сидит. Пойдем, скорее, иди. Иди сюда. Иди, тут у нее рыба осталась, ты ее так любишь. Иди скорее. Рыжая, ну-ка иди. Ой, вот она рыба-то осталась. Скорее иди. Рыжая, рыжая. Она думает, приду, а под пол посадят. Может, такие у нее мысли. И тоже правильно, может быть. Видишь, как. Все время кричит и кричит ее, как гнет. Почему? Так Бог заложил в нее. Ее хоть что делать. Так посажаем где-то темно в подпол, чтобы прошло время. Проще его дать кота. Ну а куда дальше-то? Котят нам не надо. Ничего нет, пройдет маленькое время, сколько-то недели, и все успокоится. До следующей течки. Течка называется. Особая у нее истекает. И запах дает. И поэтому они туда все несутся. Ну еще сидишь. Ничего больше тебе не будет тогда. О, сидишь ты там. Вот она где.
Я свет включил. Рыжая, иди ешь. Пошли сюда, пойдем. Глаза-то у тебя как сверкают. О, давай. Все тогда. По-моему, вот ребята ведут, идут. Очень похоже издалека, широко шагают. Сейчас посмотрим, появятся. Точно. Отворяет Володя ворота. Никита берет то, что у нас загородка там была. С 4 апреля 17 года, вторник. Они, кажется, работают оба у Игоря Дебунова. Вот какой-то дед. Ты тут что подошла? Уходи, закрыла тут. Что-то у меня напивается все время в Масопках, Маньчжурии. Посмотрел кресты, какие люди были, все воевали. И никому ничего этого не надо. Вот оно. Володя завязывает. Вот так. Теперь я пойду в ворот. Двери открыть надо. Вот они что-то идут, поставили там. Сейчас должны появиться здесь, около крыльца. О, кто-то звонит. Говори. Здравствуйте. Ну? Ну? Нет, не в Барнауле. Это мы строим православную деревню, Мамонтовский район, и там в прошлом году еще был лагерь. Нынче по-другому будет. Но будет, но по-другому дети будут отдыхать. По-другому совсем. Потому что Роспотребнадзор напали на всех. В некоторых областях закрыли до одного лагеря. Так что тут ничего не сделаешь. Мы пришли, 45 лет наш лагерь просуществовал. Пришлось распустить. И сейчас так приобрели дома в деревне. Просто хозяева приглашают гостей. И также дети будут отдыхать. Ну, а там литургия, храм там постоянно, у нас там священник. Православную деревню с нуля строим. Ну, вы разве знаете Мамонтовский район весь? Ну, вот. В Мамонтовском районе. Это около станции, здесь раньше была Заребриха и Подстёпная. Во славу Божию, да? Здесь сидят у ворот, чего-то ждут. Это мои красные. Это тоже. А где белая наша кошка? А? Давай-ка сейчас мы ее крикнем. Белая, ну-ка заходи домой. Пошли скорее, скорее. Вот она как. Ну вот, все дома. Ну. О. Полчища, хвост.
О, ребята идут с работы, братья. Отковыряют двери. Заносят жерди. О. Вот наши ребята пошли. Никита и Володя. Я их вижу в окно. Берут они тут жерсть. Вот, Никита подносит. Это чтобы соседние организации к нам тут не ставили. Вот эти красненькие у меня флажки были. Гляжу, уже валяются. А что, Никита их волоком тащит. То есть все время какое-то такое пренебрежение. И меня это сильно трогает. Вот уже стал маленько смотреть, как лежит. А так дернул, бросил, пошел. Ничего не касается. Сейчас смотрели, как одержимо играми. Этими компьютерными. Как в Китае лечат их. Вот они заходят вовнутрь. Теперь надо помолиться. Три поклона. Благослови, Господи, братья. Дома помолились, пошли. Вышли во двор. Дальше всегда помолятся там. Теперь выходят на улицу. Ну и во славу Божию. Теперь можно идти прямо по тротуару. Пришли с работы, хлопцы. Володя с Никитой. Все, запираются. Там перед этим, с другой стороны вода плещется уже. Видно даже, как шевелится. Вот сейчас наши ребята, Никита и Володя, собираются идти на работу. Они уже вышли, они там подходят. Вот оно. Тут рядом организация, много машин, и они стали заслонять наш ход. И целый день машину не можем убрать, даже в ночное время. Поэтому решили так, жерсть с флажками, вот их видно, флажки красные. И два треножника. Они выставляют их. Никита. Благослови, Господи. Без молитвы не пойдут. Всегда сначала помолятся здесь, потом дома. Володя ждет. Вот так мы ждем. У нас ничего не сокрыто, все открыто. Так. Вы думаете, еще они возвращаются? Уже уходить надо. Нет, три поклона не положили. Так. Господи, благослови их и помилуй. Господи Боже наш, слава Тебе.
Вот как делают православные люди. Настоящие свидетели Иеговы, православные только. Идут, свидетельствуют, все в мире. Пошли к Игорю Дыбунову, он болеет, еще-то простыл опять, в больнице был. А сейчас наши братья пошли. Вот они все сделали, закрыли, там машины перестали стоять. Вон там организация, видать. Вот они сейчас тут пойдут, наши братья, по дороге мимо. А там он как раз мусорный ящик, и та организация. Вот они, дружные, мимо идут. Там много машин, им ставить некуда, и они стали ставить к нам на наши. И к нам приезжает тут Игорь, кто и нельзя заехать. Ну и все, однако.